12 домов сгорели сегодня в селе Ивановское Богородского района. Причина все та же, что и пожаров, которые происходят изо дня в день. Пал травы. Ох-ох-ох. Я сено скидывал, а это Ирка сказал, говорит, он, говорит, что горит. Я поглядел, пошли тушить туда, пожарники вон там, вон, где стоят машины, начали. И вот дом загорелся. Следующий, да, я тоже тушил, вот тут тушил ведром, там тушили. Начали тут тушили, перелетело и... А приехали уже 8 домов горело, когда пожар внутри. Я ведрами вот пока тушил, здесь мой дом сгорелся. Это вот Коль Блин, тут дядя Саша сгорел. Вот считай, 12 посчитали. Ждала, просад насажала. Думаю, буду сажать. Теплица у меня там тоже расплавилась. Ну, очень непонятные причины. Детей здесь нету. Взрослые вроде не разводят костры. Пошло откуда-то оттуда, со стороны реки. При переходе огня с травы сгорело около 12 строений. Только вчера произошло неочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Нижегородской области, на котором были приняты управленческие решения, и губернатором подписан об объявлении на территории Нижегородской области особого противопожарного режима. Что это значит? Это запрет на посещение лесов. Это запрет на разжигание костров, сжигание мусора вблизи и на территории любых населенных пунктов. Даже шашлыки на даче запрещены.